На фоне последних новостей работники администрации Кирова решили закрыть двери в буквальном смысле. Вход со стороны улицы Карла Маркса с понедельника закрыт. С 23 марта в администрации города личный прием граждан будет временно приостановлен. Как сообщают в администрации, такие меры приняли в целях предупреждения распространения коронавируса. А всем желающим предлагают воспользоваться альтернативными каналами подачи обращений. Теперь, чтобы направить обращение, жалобу или предложение, кировчан просят воспользоваться интернет-приемной, которая находится на сайте администрации города. А также кировчане могут отправить обращение в бумажном виде по почте или принести в здание администрации города и опустить в ящик для корреспонденции. Он установлен в вестибюле первого этажа со стороны улицы Воровского. Если необходима личная встреча, то гражданам рекомендуется предварительно договориться по телефону с конкретным специалистом. Данные меры будут действовать до стабилизации ситуации с эпидемией.